Сегодня утром в Нагаевской бухте на воду спустили поисково-спасательный катер Магаданского пожарно-спасательного центра. «Ямаха» будет круглосуточно дежурить до конца навигации. Впервые морской спасатель был спущен на воду 15 лет назад. За этот период спасены десятки рыбаков. В прошлом году на нем было найдено и эвакуировано из мест чрезвычайных происшествий 14 человек. Несмотря на то, что в ночь на 26 мая в Магадане шел дождь, на момент спуска катера погода стояла солнечной. Бывалые мореходы говорят, что это признак удачи.